В США беспилотник установил рекорд длительности полета. Дрон способен держаться в воздухе до 10 суток. Американская компания Vanilla Aircraft создала беспилотник, который может находиться в воздухе более 5 суток без дозаправки с обычным дизельным двигателем. Как сообщается на сайте компании, дрон Va-001 был посажен на землю после полета без посадки на протяжении 121 час 24 минуты. На борту находился запас топлива еще примерно на 3 суток. Всего же беспилотник способен держаться в воздухе до 10 суток. Эта модель беспилотника имеет размах крыла почти 11 метров и максимальную взлетную массу 272,2 килограмма. Аппарат способен развивать скорость до 130 километров в час. Мы смогли продемонстрировать жизнеспособность этих сверхдальних систем выносливости самолета и стремимся испытать новые полезные нагрузки и реализовать возможности, которые раньше считались невообразимыми, говорит главный исполнительный директор Vanilla, Тим Хилли. Утверждается, что Vanilla Aircraft запустит производство беспилотников в ближайшие месяцы. Компания рассчитывает как на коммерческих, так и на военных покупателей. Как сообщал корреспондент Net, в сентябре нынешнего года Украина успешно испытала ударный беспилотник «Сокол». Он создавался на украинском предприятии «Чезара» с привлечением польских партнеров. Беспилотник США провел разведку над Донбассом. По материалам сайта newsgro.com.